команды «Соседи». Эпизод 3. Бассейнщики. Полный привет! Добрый день, дамы и господа! Сейчас без четверти час, и мы до сих пор продолжаем жить в условиях непрерывной жары. До конца дня температура будет держаться в районе 100 градусов, так что оставайтесь в прохладе. Все выездные мероприятия в засушливых частях города были отменены. К ним также относится деятельность органа правопорядка гражданской обороны и компании «Манко». Фестиваль бутафорского оружия в районе «Сити-17» был отложен в связи с возможностью перегрева реквизита. Смертельная гонка модеров «Гемо» также была отложена из-за опасений за здоровье участников. Может быть затронут и июльский фестиваль «Играм быть», если текущая погода не подаст признаков улучшения. А теперь мы возвращаем вас в уютную и прохладную атмосферу вашего любимого городского радио. Отойди. Прости. Привет, поджигатель. Сейчас увидят мою новую шляпу, офигеют. Я волшебный единорог! Дай сюда, отдай! Давайте, парни. Скорее. Так-то проваливайте. Сейчас, я здесь. Не волнуйтесь. Мороженки? Ты чё, блядь, натворил? Ебать! Стоять, хуй, ебать! Как вообще не брать? В пизду! Инженер, беги! Нет. Теперь я видел все. Это не тот инженер. Не волнуйся, и так сработает. Моя работа. Почему я горю? Холодная вода закончилась! Паника.
Давай, давай! Ну ты и голова. И это бассейн? Вот это да! Так, погодите. Постройся в бассейн. Еще чего? Вас понял. Давай, черт возьми. Не-а. Вот так вот. Медик. Чтоб вас. Я больше не могу! Вперед! Разведчик совсем из ума выжил. Что? Oh.
Заряжай, док. Одобряю. Хорошо. Тактика 725, Гром Гора. Построение победитель. Операция «Могучая утка». Пулеметчик красной команды. Нам нужна твоя помощь. Родина вновь вступила в бой. Что скажешь? Да! Чё? Вперёд! Раз, раз! А ну пошел! Зараза! Чувствую себя отлично. Поцелуй меня. Тебе бы это понравилось, да? Совсем мозгов нет, дебил. Да. Секрет подрывника. Почему француз задерживается? Уверен, он ушел в самоволку. Какого? Черт возьми! Вот это я называю бриз в жаркий денек. Ты испытываешь мое терпение! Сорян. О, мне прям страшно.
Я горю! Должен быть способ попасть в их бассейн! Закрывай! Не это заказывал. Ты забыл про дырки для воздуха! О, прости, друг. Тут жарче, чем в печи дьявола. Проект бассейн. Легкотня. Проклятие. А тем временем в неизвестном месте. Уже слишком стар и огромен для этого. Черту надо следить за давлением. Идеально. Эй, тебя пропустил. Погнали. Зачет, двинули. Звезды и полоски бьют серп и молот. Давай. Ha!
Ну ты и сидя. Слов нет. Солдат, за тебя. О, нет. Пулеметчик-шпион. Да неужели, блядь? Погнали. Я убью тебя. Убью тебя. И убью тебя. Отлично. Обагрим бассейн красных кровью. В моей голове звучало лучше. Мы окружены, по крайней мере, оттуда. У нас больше людей. У нас больше пушек. Мы готовы к переговорам. Мотите их, ребята! Дерьмо. Мне тут помощь нужна. Свалили с моего бассейна. Перевод, озвучка и монтаж. Зерс Эдита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик. Спасибо за просмотр. Объект. Инженер команды синих. Угрозы не представляет. Помогите!